Четверо детей, дом, приусадебное хозяйство. Муром славен своими крепкими и дружными семьями. В преддверии праздника секретом счастливого супружества с нашей съемочной группой поделились Сергей и Альбина Поликарповы. Оба желания. С ягодами очень любим молоко, сыр делаем, творог делаем. Так что у нас с молоком много чего. Йогурт делаем очень вкусный. Козы, 30 кур, огород. Четверо детей, все помощники. Один поливает ягоды, другой кормит кур. Младшему достается самая ювелирная работа – собирать только что снесенные пеструшками яйца в ведерко. Сергей, Альбина и их дети все делают вместе. Мы с супругой 19 лет. Дом строили вместе, детей рожали вместе. Все, что у нас имеем, мы добивались вместе, включая детскую площадку. Потому что инициатор у нас мамка была. Заказала маленькую, получилось чуть побольше. Ты со своими детьми чем занимаешься? Всем. Все, что есть, тем и занимаемся. Вплоть от рыбалки и вплоть до делания крыши. Потому что они на этой крыше тоже были, даже самый маленький. Сергей немногословен, спокойный, надежен. Альбина в равной мере ласкова и внимательна ко всем домочадцам. Главное – сохранить равновесие, найти компромисс и кратчайший путь к каждому сердечку. Все мы разные, у всех у нас свои характеры. Вот. Каждый хочет объяснить что-то свое. И самое трудное в семейной жизни – это все-таки найти общий язык, золотую середину. Самая большая родительская гордость – успехи старшей дочери. Дома незаменимая помощница, в школе – лидер и активистка. В этом году я участвовала во множестве всяких соревнований. Заняла 3-е место по городу с исследовательской работой по математике. Являюсь активистом школы номер 3. У меня отличная семья, все друг о друге заботятся, помогают. Красота супружества, воспитание патриота, чужих детей не бывает, родительское счастье. Лучшие муромские семьи по традиции примут участие в окружном конкурсе «Семья года 2015». В этом году в 8 номинациях представлено порядка 40 семей. Победители получат дипломы за подписью главы округа, ценные подарки и, конечно же, почетное звание «Семьи года». У меня самая хорошая семья. Елена Петрова, Николай Молодёнов, новости Муром.